Всем привет. Думал, что уже сегодня не буду ничего выкладывать, но хочу поделиться своей радостью. Сейчас соберем, и я вам кое-что покажу. В общем, прикольный адаптер. Здесь у нас получается от LG 19 вольт 1,3 ампера. Это намного повеселее, чем работать с 12 вольтами. Сейчас более наглядно. Ну вот если включить, что мы видим? Вот 19,5 вольт. И турборежим намного быстрее. В идеале, конечно, найти на 20-21 вольт под максимум. Ну и 19 это намного веселее, чем 12 вольт. Все. Теперь уже можно брать и паять. Он уже достаточно разогрелся. Вольт намного интереснее и живее, чем 12, чем та же самая зарядка Type-C, но тем не менее многофункциональность тоже имеет значение.